В магазин сходите, мусор вынести. А всё. Так выходите? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас заставило выйти в режим повышенной готовности и рекомендованный карантин из дома? Ну, во-первых, просто не хочется сидеть дома. Пока есть возможность, можно гулять. То есть в масках, использовать антисептики, перчатки. Пока есть возможность, можно погулять. То есть... Карантин специально для того, чтобы люди сидели дома, чтобы не распространялась болезнь. Но все равно же можно использовать меры предосторожности. У вас нет маски? В аптеке разобрали. Не считаете нужным быть дома, да, в этот период? Нет. На два часа выхожу позаниматься. Все.